Такую крышу участники смены Junior Skills сделали за 3 дня. Работает 2 команды – от 10 до 13 лет и от 14 до 17. Это участники чемпионата Junior Skills с компетенцией «Кровельщик по металлу». Старшая группа строит настоящую беседку. У них уже есть каркас и крыша из металла, которую они сделали по современной немецкой технологии. За правильностью работы следит главный эксперт компетенции «Кровельщик по металлу» World Skills Николай Савченко. Эти юные кровельщики здесь, их уже можно называть смело, без кавычек, зодчими, потому что они и рассчитывают, они какой-то проект строят. И по этому проекту они уже сами реализуют работу. Ребята молодцы, и спасибо руководству Лари, что пригласило. Я сам не ожидал, что вот за это время можно сделать вот такую работу. Младшая группа делает крышу поменьше. Создать макет гораздо сложнее, нельзя ошибиться ни на миллиметр. Участник смены Junior Skills Кирилл Горяйнов самостоятельно вырезает детали. Затем он их сгибает на специальном станке и только потом прибивает гвоздями. Теперь я ставлю его к башне. Подтягиваешь хорошенечко так, чтобы равномерно он стал. Все. Да. И закрепляешь. Забиваю его до конца. Совсем скоро во Всероссийском детском центре смены появится новая беседка, которую ребята решили посвятить кругосветному путешествию Федора Конюхова на воздушном шаре.